Эдик! Это я! Виктория! О, боже мой! Вы вернулись! Наконец-то все вернулось! На круги свои! Ой, я на себя посмотрю! Безумно рад! И тебя видеть! Безумнейше рад! И тебя видеть! Я вас по отдельности еще более безумно рад видеть! А я-то ура! Как рад! Вы здесь! Я-то ура! Я! Наконец-то как же теле. Хорошо, мои ноги, руки не волосатые. О, боже мой, какая радость. Ой. Слушай, я устал от мыслей про маникюр. У меня нет щетины на лице. Это идеально. Что-что? Мой... Ты мне скажи, братец, почему ты так долго нас рассоединял? Ну? Почему, Ярик, ты так долго, хоть ты мне и не брат? Объясни мне, а? Как долго? Вы прикалываетесь долго? Ты понимаешь, как жить? Да я был готов свою жизнь отдать, чтобы вас рассоединить-то. Ну и в чем дело? Так и в чем дело так? Ты прикалываешься? Это громко звучит. В каком смысле? Почему я должен отдавать свою жизнь? Так ты же был готов. Ну был готов, но это не понадобилось, все хорошо. Мы все втроем живые и здоровые. Это самое главное сейчас. Ох, не знаю даже. Ну это, конечно, очень круто, но так долго. Я так находился долго в ее теле или она в моем, что я уже частично стал думать, как она. Я уже это привыкла странно. К своим волосатым подождите, рукам. Подождите, 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 ребята. Что? Что случилось? Нет, я не почему хочу назад у меня его такое тело. Чувство? Тихо, отойди от меня. Подожди, подожди. Отойди ты тоже от меня. Что-то не то, я вам говорю. Что-то да здесь... Тебе уже, может, паранойя, тебе кажется. Это не паранойя. Ребята, между прочим, я вас рассоединил, а значит, все отлично, нужно меня слушать. Я плохое не посоветую. Так ты хоть объясни, что не так? Чувство, как будто я что-то серьезное забыл сделать. Что-то настолько серьезное, что спокойствие даже не дает то, что вы рассоединились. Свет? Покормить меня, я бы покушал. Да... Я бы тоже. А, и ты думаешь не о том. Так а что, все хорошо, ведьма. Я, это я. Ведьма! Виктория, это Виктория. Вот где что? Ведьма? Где? Да нигде! Где ведьма? Что? Нет, ведьма еще ведьма, есть! Да тихо ты, вы успокойтесь! Ведьма еще есть. Тихо, тихо. Это то имя, которое нельзя произносить. Иди сюда, подойди ближе, Вик. Тихо. Это то, что нерешенное. Ведьма еще есть. Она жива и здоровая. Если она каким-то чудом умудрилась вас соединить, так значит, почему она не может это опять сделать? А зачем ей это нужно? Еще слушай. При том, что ведьма сказала, что нужно проходить какие-то испытания. Видимо, я нарушил это. Я должен был еще какие-то испытания делать. Проходить и испытывать все на прочность себя. Каждую капельку своей крови. Для того, чтобы дальше пытаться вас рассоединить. А я, получается, разрушил это. Я рассоединил против ее воли. Я назад не хочу соединяться. Ну, вообще никак не хочу, вы знаете? Раз ты не хочешь, давай мы ее остановим. Вместе, втроем, а мы, нам легче это будет сделать, чем я, когда а один. Где, как ее остановить? Ведьму? Я не знаю, давайте будем искать, где она была. Где она была последний раз. Будем, ну, будем да, пытаться. Ну, же вот давайте быстренько, сейчас не теряем время, разбегаемся в три стороны и ищем везде в городе, где только можно это сделать. Так. Тогда я иду с Викторией. Я все сделаю, чтобы не вернуться к... Что? Ну, да, я сам не пойду. Я все сделаю, чтобы не вернуться в его тело или. Идите его, вместе. Его, идите, там, идите его вместе. Застряла. Может будет. А что это такое? Не спрашивай и иди сюда. Фу, да оно ну, на фу, на какой-то зеленый. Я понимаю, но давайте, нам надо подняться. Я не могу залезть. Давай. Давай быстрее. Так, я нажимаю. Да. Пытаемся. Виктория, есть. Наверное, я начну. Ой. С отеля. Прикольно. Нет, Виктория. Да, как? Да. Идите, мне изучайте кажется, полностью там... отель. Я тогда и бегу в другую сторону, противоположную. Ё-моё, что ты такое застрял? Так, давайте, ребята, не теряем время. Виктор, я где? Застряла. Так, ну. В каком смысле помогите застряла? Помогите мне. Может, слабость? Не нет. Ой, неплохо. Попробуй опуститься вниз, а потом подняться вверх. Я опускаюсь. Ждите меня только, подождите. Давай, так, давай, мы тебя ждем. Не теряй времени, беги, давай, ищи, ладно, а я ладно, сейчас дождусь хорошо. Викторию. Давай, дождись, только будьте вместе. Надеюсь, мы никого не найдем. Ведьма, где же ты? Я же найду тебя. Я потрачу идем? Все свои все, силы, идем. Чтобы найти тебя. Я должен тебя остановить, чтобы мне это не стоило. Чтоб тебя, безголовый ты! Здесь все такие страшные. А чё они без... О... Я говорю тебе, она где-то здесь. Что, где она? Я не понимаю, где она может быть.
Где-то она точно должна быть. Где-то она должна быть. Я ж тебя найду, чтобы мне это не стоило. О, а что это там такое? Я не понял. Я не понял. Что от тебя? Что там? Что вы орете? Все хорошо, ищи дальше. Что случилось? Туда не заглядывай. Народ! Не заходи туда. Какой-то... Ты бы нам помог или нет? Где ты вообще? У нас какой-то бездомный в отеле живет, странный. Я наблюдаю вот за вами сейчас через это вот окошечко. Вы какие-то безумные, что вы там бегаете? Да, 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 я тебя вижу, что ты там выглядываешь с окна? Ты где? Я тебя не вижу. А вот я, вот, отдали. Где? Да неважно, короче, ищите дальше. Только знайте, я слежу за вами. У тебя какой-то бинокль там есть? Осторожно, там охотник. Ладно. Да, вот именно, он нас только что бил. Так, занимайтесь делом, народ. Идем к меньше базара, больше действия. Идем. Вот именно. Хорошо. Тихо, все. Это ведьма. Это ведьма. Это не просто опять он. Ты смотри на них, они безумные. Я сейчас тебя буду убивать. Я тоже убиваю. Что там такое, блин? А воду. О, какая народ, что с вами? Уже ничего, все хорошо. Ё-моё, что они там делают? Я могу только представить. Из какой-то зелья, ты видишь? Что ты, чё? Это моя еда. Это еда. Я нашел еду. Ничего. Фу, какая гадость. Так, ты где, братец? Так. Ой, подожди. Что за... Что пиво? Так, тихо. Ух ты, как прикольно. Где он? Так, ведьма, ты нашел ее? Слушай, а если она его заберет? Не, ты что, не дать не себя забрать. Ты куда? Что за такое? Мусор? Что в себе с головой? Голова паука, да что у меня это голова паука? Братец! Да что ж вы там орете, там, блин, палите контур. Курицы! Нету никого. Что это такое? Что я тоже вообще не понимаю. Может, она давным-давно уже куда-то улетела? Ну, не знаю, там в отпуск стать. Ё-моё, кто такие лестницы-то придумал? Не знаю, не какие-то думаю. Там горячие бассейны. Очень она облюбовала этот город. Смотри, а ты? Здесь что? Ты где? Где? Теперь я никого не могу найти. Вот я тут, чё ты там ходишь? Я не знаю, где еще искать. Слушай, как-то здесь странно. Я не помню, что... Как я испугался-то. Тихо. О, нормально. Прикольно. Дневник. Я не знаю. Снежки. Ведьмы. Фредик. У меня дневник ведьмы. Братец. Да че вы там орете? Подождите. Ярик, ты нашел ее или нет? Да я здесь, вот сверху. Ты ведьму нашел? Где? Да вот сверху на дереве. Я вижу его. Смотри, я ж куда забрался. Я на дереве. Вон. Только ого. Тихо, тихо. Она может вернуться. Тихо. Ничего себе. Поднимайтесь сюда. А как ты туда забрался? Где мой обратный деревянный кинжал? Нужно его найти. Ведь только им можно меня убить. Но это не точно. Кинжал. Обратный деревянный кинжал. Обратный деревянный кинжал! Угу. О, чтоб вас! О, чтоб вас! Ой, как здесь? Всё. Как ты здесь появился? Как здесь сюда залез? Коротким путем, на крыльях ночи. Люди добрые, а вы вообще где? Вот, Виктория, чё так медленно? Давай быстрее. А чё, а как ты же за мной должен был идти? Да, тихо, вы не орёте, это что ж с вами такое? Вы... Эй, это что, ведьма здесь живет? Да, тихо, видимо, да, или же была она здесь, она может вернуться в любое время. Нам нельзя с ним. Да подождите, послушайте вы меня, что ж с вами такое? Вы без перестанку-то говорите, нельзя в стол расставить. Послушайте меня. Мы должны встретиться с ведьмой на нейтральной какой-то территории. Ни в коем случае здесь, потому давайте быстренько здесь осмотримся и сваливаем на все четыре стороны, или же на пять. Вы поняли? Быстренько. Виктория, давайте каждый уголочек. Давай, ты братец. Понимаешь? Поешьте. Я не могу сюда подойти, что меня за... отбрасывают. Да, меня тоже. Чеснок, чувак, чеснок, отойди. О, вот чем. Вот это да. Она все. А ты что-то нашел? Нравится... Да, я нашел. А возьми, почитай. Что било? Кто меня бьет? А ты же, наверное, на коле. Конечно, ты залезла на этот кол.
тоже такое дело. Где мой братный деревянный кинжал? Нужно его найти. Ведь так. Только им можно меня убить. Что? Но это не точно. Что это такое? Это дневник! Что прочти, это? Кто автор? Автор ведьма! А, точно. Да! Автор ведьма! А мне? На, бери. Закон у него. А ну, покажите. А ты нашел эти обратные кинжалы? Что там такое? Ну, а почему обратные? А он только один. А, ну... Ну, есть? Ну, давай посмотрим, может, что-то еще есть, но маловероятно. Попробуйте а, поискать еще сундуки. Кажется. Может, где-то а еще... Вот где... Я не знаю, может, это где чеснок? Не зря же я туда не могу зайти. Ну, и, я кстати, могу. Почему бы она спрятывала вот это его дома? Идите сюда, идите сюда. Мне кажется, что-то здесь есть, потому что я его здесь нашел, где? Снизу. Она не будет прятать все сверху. Покажи мне. Я же сначала-то нашел... нашел... О, еда есть. О, золото. Почему бы нет? Подожди, ты нашел кинжал? Ну, вообще-то да. Так а что ты нам голову морочишь? А что здесь такое? Что нам здесь еще нужно? Вот, вот, посмотри! Ё-моё, я не могу забраться. Фредик, вот, вот, в дырочку заглянь. Сюда, сюда, вот. Ты куда? Вот, дырочка. Сюда, вот, прямо. Видишь? Я сюда? Вижу. Да, да. Чё там? Так как туда достать? А, вот достал. Что вот. Там? Есть. Еще здесь грибы. О, ведьма и... идет, слышим. Вы слышите гром? Нужно отсюда. Она идет! Она идет, она идет! Так, быстро ищем, ищем, может, есть еще. Может, а есть. Что еще? Что нам нужно? Вот такие кинжалики, еще смотри. Кинжал? Виктория, смотри на меня. Видишь кинжалик вот сзади? Вот такой вот деревянный. Он светится. Деревянный кинжал. Он ее убьет. Может, что-то еще где-то есть. Смотрите в различных вот таких вот дырочках. Может, где-то есть. А вот ты здесь смотрел? Смотри. Есть! А, там ничего нет. Есть, Виктория, есть! Иди сюда, ты правильно посмотрела. Вот, а? Смотри туда в уголочек. А, вот, да. Забирай все. Есть? Да. Я забрала. Может, еще есть? Ну, может, еще. Давайте будем спускаться, смотри. Только для чего нам больше? Она все перепрятала по 10 раз. Ух ты. Чтобы никто не смог это найти. О. Вот, я здесь уже смотрел. Чтоб его. Я не могу так быстро. О, а здесь давайте быстрее, тоже... у меня плохое предчувствие, что мы зря здесь находимся. О, что такое, я не могу выбраться. Я убегаю. Быстрее, ой, быстрее двигайся. О, так, пошел. Куда идти? Очень много давайте тогда спускаемся вниз, давайте спускаемся вниз. Это наша тема. О, нет. Ух ты ж, быстрее. Походу она скоро будет. Знак, это... Она скоро очень будет. Так, так, так. Так. Подождите. Вы все здесь? Ждите. Да. Так, я здесь. Давайте. Опускаем поехали, вниз. Поехали, поехали. Да едем, едем, подожди, едем. Подожди, а как же ж... А как мы ее сюда заманим? Мы же так ее и не нашли. Ну да. Главное... Ну, Может, она вообще уже ушла? А это просто ее перевалочный пункт. Ну, мне кажется, она найдет нас. Это? Мы же забрали ее предметы. Но она не знает, что так мы так может забрали. Она об этом не знает. Она может узнать может, там через 10 или через 100 лет узнать, что мы забрали. Она же может специально не смотреть туда, чтобы не спалить. Хорошо. Ты же рассказывал, что ты с ней связывался, вызывал ее. Как у тебя это получилось? Ну да. Как? Да я не знаю, я орал всегда, как прокаженный. Просто орал? Просто орал, обзывал ее там и проклинал 10 словами одновременно. Может опять это повторить? Может, попробуй. Может это и работать. Есть? Там, мне кажется, да, это детский сад. Она же не знает, что ты нас разделил. Не вот знает. Она опять думает, попроси помощи. Еще действует проклятие. Да. Типа призвать ее сказать раздели, раздели, типа. Да, 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 да. Да, а давай, давай, разделим. Раздели. Чем больше я буду упоминать ее имя, она придет. Только нужно место подготовить. Согласен. Так, да. Давайте уберем паутину. Фредик, займись этой водичкой. Давайте, ой, быстро, у нас времени мало. Возможно, она нас сама найдет. А если она нас найдет сама, будет нам не сладко. Это не к добру. Это очень... О, она как найдет нас одна, так что? Мы будем уже троем в одном теле. Ведро духов? Ты серьезно? Что такое ведро духов? Представьте, помоги как нам будет ужасно, если а мы будем троем. Как ты так быстро разрушаешь? Вы не хотите кинжаликом? Да? Кинжаликом, точно. О, ну быстро. Слушай, и правда надо было... Так. А что делать? Что? Мы просто что здесь делать, будем там... все троем стоять? Нет. Вик, иди сюда. Где что? Стоишь, только иди в уголочек. Там стой. Я сейчас вам все расскажу, я сейчас все объясню. Фредик, иди сюда. Я понимаю, возле трубика не очень хорошо, но все же. Стой здесь. А теперь смотрите на меня.
Сейчас мы сделаем самый грандиозный план, как заманить ведьму прямо сюда. Вы стоите там. Слушайте, как я поступлю. Я пойду в конец. Буду ее там призывать всеми словами, которые я только знаю, которые я только знал за все сотни лет, сколько я живу. Она, надеюсь, быстро придет, не за месяц, а за пару часов, она придет, и я буду потихонечку ее заманивать сюда, типа, иди сюда, хочешь, убей меня прямо здесь, только здесь. Она придет сюда, вот здесь где-то станет, и вы быстренько обойдете ее и прикроете ход, станете вот здесь, сзади за ней. Только ни в коем случае ни слова, ни писка, ни одного даже вот буквочки не произнесите, потому что она не знает, что вы рассоединились. Она тогда сбежит, она поймет, что-то здесь не то. Ни слова, ни капли, Фредик, ни капли, Вика, Виктория. Ты уверен, что это сработает? Не знаю. Доверимся ему, он же нас разделил. Потом обходите ее и резко выбирайте кинжал. И я вам дам знак, и мы все вместе ее погубим навеки вечные. Давайте, только не промахнитесь. За работу. Только я надеюсь, сработать. А если что, мы будем втроем в одном теле. Это вообще будет. Втроем в одно тело? Не очень хорошо. Надеюсь, сработает. У нас выбора нету. Она, если есть, нам не даст спокойно жить. Тихо ждите. Стойте и не двигайтесь ни в коем случае. Мечик не выбирайте. Да, спасибо. Спасибо. Мечик не выбирайте. Мечик выберите только тогда, когда будете стоять за ней. Я понял. Тихо ждите. О, боже мой. Так. Только не забудьте ни слова, ни звука. Ведьма, ведьма, ведьмущая ты! Я призываю тебя, призываю твою душеньку сюда! Я жду тебя! Ты проклятие, ты веки вечные! Приди сюда за мной! Чтоб тебя уже там не унесло, а принесло сюда! Чтоб тебя унесло на веки вечные ко мне сюда! Ах ты, проклятие ты вечное, приди ко мне сюда, ведьма, я жду тебя. Спаси Викторию и Фредика, они соединились навеки вечные, рассоедини их уже наконец-то. Я жду тебя, ведьма, ведьма. Алло, ты долго еще будешь ждать, ну? Чё ты такой громкий? Сколько можно уже меня это вызывать? Я тебе что, нанялась за тобой вот это бегать? Мне своих дел готов выполнить было. Все твои действия, только чтобы ты рассоединила Викторию и Фредика. Да сколько можно? Я же я готов служить. Человек. Я готов служить. У меня дети. Так только не надо там стоять и говорить, это возле лифта, это некрасиво как минимум. Я бы вот это бы тебе сейчас как бы дала бы этим зельем каких-то жабьих языков, чтобы ты стал на жабу похож. Да? Но уж больно зелье на тебе жабьи. Ну ты знаешь, переводить. Я могу и в принципе, и это тоже, ну не против. Но только чтобы ты рассоединила все-таки наконец-то Викторию и Фредика. А что тебе так не нравится? Смотри, два в одном, один человек мало места занимает, ну... Может, мне просто и тебя с ними соединить? Будет три в одном. Как тебе такое? А? Я не знаю. Ну, три некрасиво. Три как минимум некрасиво. Почему это некрасиво? Все будет красиво. Ну, потому что это будет как-то непропорционально, понимаешь? Три головы, три тела. Что-то ты мне вот это... Какой-то очень подозрительный, знаешь? Очень уж ты ко мне прихорашиваешься. Все ты сделаешь. Ради того, что тебе чтобы... нужно? Ради такое того, чувство, чтобы остановить смотрит. Тебя. Обернись, посмотри. Не понял. Три кинжала в кругу тебя сдерживают. Ты никуда не вырвешься. Силы твои уже не действуют. Мы остановим тебя раз и навсегда. Но... Перед тем, как вы сейчас делаете самую большую глупость в своей жизни, ты должен кое-что знать. Что? Если хоть кто-то из вас меня тронет, если хотя бы один седой волосок упадет с моей старой головы, на вас найдет очень большое проклятие, очень что мощное проклятие. Что ты запугиваешь? Что даже вашей вампирской жизни не хватит, чтобы его пережить. Вас отнесет на 100 лет вперед или же отбросит на 100 лет назад.
и вы просто испортите все свои жизни. Вот так вот. Так что не смейте меня. Мы готовы рискнуть. Мы готовы рискнуть, чтобы остановить тебя. Народ, раз! Думайте хорошо. Два, три!